I'm here. Че, чекай, все здесь, нет? Чек на АФК. Так, остается Седдер. Все здесь, прекрасно. Так, так, давайте объясним тактику. Тактика. Макгрегор. Рейд стоит вот здесь, где я сейчас стою, да? Ты поворачиваешь босса лицом в рейд. Это раз. Не спиной, блядь. Милики, стоите в лице рейда, блядь. Левиафана. Почему? Потому что, когда Макгрегор отбегает, на него кидается плазма. Это 160 или 120 тысяч урона за 6 секунд. Когда шоковые кастуются, незыблемость отдаешь. Значит, отбегаешь к рейду, почему? Потому что тебя должны хилить хилы. Если будешь отбегать в другую сторону, сдохнешь. Вот. Милики вместе с танком будете отбегать. Звезду поставил на себя, я милик, я не сдохну. Значит, это касается. Давайте здесь в одного танка. Сгарит в ретрика. Сгарит в ретрика. А, подожди, мы же ХМ делаем. Да и похуй. Может, лучше ты спикнешься. Потому что я ХМ, ты знаешь, что тут. Не, надо, чтобы баф ШП был. А там нихуя знать не надо. Там просто танчишь вот этот утюг ебучий и все. Дальше там ничего не танчится. Идемте сюда, на эту сторону, где красная кнопка. Идите сюда все. Переходите за спину босса. Все то же самое, значит. Идите сюда. Блять, что там такое? Какой-то бой повешался или что? Нет, боя нет, все нормально. Макгрегора повешался. Ну на мне нет, значит. Нет. Я не показываю, что на нем бой. Значит, смотри, на первой фазе все очень просто. Значит, будет комната заполняться огнем. Ты стоишь всегда, поворачиваешь босса лицом на рейд. Рейд двигаться будем. Будем двигаться вон в ту сторону, вот как сейчас сюда бегу, вот так вот двигаться, против часовой. Вот. Рейд заполняется. Короче. Скажу стопнуть дамаг, стопнем дамаг, там надо будет, чтобы он потушил всю комнату от огня после второго шокового удара. Потом будем добивать и переводить. Ну, дальше это самое, зерганем туловище, потом голову, трэш. Потом моб соберется во все три части. Надо будет бить их одновременно. Бить будут, голову будет бить маг. Туловище будет бить ШП и сова. Милики будут бить этот центр. Ой, блядь, низ самый, утюг этот, блядь. И ШП, короче, помогай магу с головой. Короче, голова и туловище, ШП, маг и сова. Бьете, типа, эти две части, голова и туловище, как, у какой больше ХП. Все, чек на пул, три хила, не сдыхаем. На третьей фазе. Кто выводить? Да, блядь, там, ну, пиздец. Нет, не затупишь, я думаю. Да, ну, типа, как в кружке водишь рейд, щитуешь и так далее. Макгрегор, подходи к боссу сейчас. Подожди сейчас, не тыкай ничего. Нажму кнопку. Запускается кнопка. Так, выходим из огня. Выходим из огня. И двигайтесь в кружке. Вас водит кружок. Макгрегор лицом к рейду петуха. Это милики бьем. Пока бьем, скажу, когда стопнуть. Не поворачивай к рейду всегда. Через мины не бежим, блядь, сдохнем. Пока. Дайте в одну точку. Приготовьтесь. Мы побежали, милики. Макгрегор не зыбнул. Через мины побежал. Дурачок, сука, что ли, или чё? Блядь. Здесь упал. Короче, нахуй, заходите в огонь. Это залупа все. Умирайте все. Так. О, не забагался, красава. Полетели. Алло. Полетели, блядь. Чего? Могите, маг, как ты сдох? Да хули спрашивать, надо просто открываешь рекаунт, смотришь, старожила. Так, заряд напалма, заряд напалма, заряд напалма. Сторожила, ты тут? Алло. Ты стоишь в огне сильно дохуя. Выбегай из огня, братан. Так. Да щиту от огня там прожимай, щиток. Ну тряся там все понятно. Огня. Две мины там кинулись вместе, четыре мины вместе лежали, просто побежал к рейду, типа. По минам ебанул, по минам. Мины взрывают по 6 тысяч. Ты пробежал по 1, 2, 3, 4, 5 мин. По 7 тысяч урона, блядь, по 8.
этого нашел, соответственно. Да, сейчас метка, сука, с меня слетела, блядь. Ебучая. С меня тоже. Там слетают метки. Значит, сделаю, что не слетало. Искра воображения, бежим к боссу. Значит, чтоб такой хуйни не было, когда босс кидает мины, надо смотреть, куда он их кидает, да, маленькая вот эта хуйня, и найти место, где можно пробежать, либо одну мину задеть, но, блядь, не через 6 мин, блядь, посмотрите внимательно сейчас. Можно давай, перебью? Давай. Там может Ретрик просто одеть бабл, в бабле пробежать, они не засчитаются даже то, что на ачивку, то, что типа подорвались. Да я знаю, блядь. Просто мы делаем ХМ, как бы, сейчас не до этой хуйни. И бабл этот лучше спасет его от обстрела, если он, блядь, будет где-то перед мордой далеко бегать. Ну, вообще, да, логично. Но я думаю, нам ДПС хватит перевести до обстрела. Нам хватит, но вот эти вот смерти на первой фазе, это, ну, полная хуйня. Значит, еще раз, ошибки, по минам не бегать. От огня отбегать, сторожило, блядь, внимательно будь. От огня надо отбегать сразу. Тебе вообще непростительно в огне. Если у тебя 20к хп, блядь. 2 тика, ты сдохнешь. 3 тика. Там, по 8 тысяч, что ли, бьет. По 9, по 10. Так, фу баф даем. Чек на пул. И рыбу поедим. Сейчас давай 10 секунд. Где ты? Так, давайте 10 секунд и на ту сторону бежим. Кто поел, бегите на ту сторону. Возле кнопки вставайте. Сейчас подойду. Секунда. Сова, побежали. Побежали уже всех, баф есть. Так, на ту сторону бежим. Через босса не бегите, оббегайте его, блядь. Да хуй знает, что там случится. Сагрили босс, нет? Не агрили, ничего, просто босс этот. Походу бой. А бой на ком-то есть, нету? Нету боя, не все, еще раз подготовительный чек. Дуду тип кого это РДД, я Меликов. Мелики, Трисия, Седдер. Кто там еще? Макгрегор. Кто еще, блядь? Эсгарет и тоже Ретрик. Стойте в звезде, блядь. Бегут не победу. Давайте в одну. Так, стойте в одну точку. Будет меньше огня. В одну точку прям стойте. Давайте. Выпрыгивайте. Вот, выпрыгивайте, молодцы. Только не рассасывайтесь далеко. От огня надо отбегать. Все, милики, бьем. Вот мины раскинул, смотрим. Вот он повернет их немножко дальше, вот так, и вот тут пробежим, видите, да? Ну вы поняли меня. И готовься, скоро шоковый ногой. Милики в звезду побежали. Вот красавчик, вот это другое дело. Макгрегор, живешь, захиливаем, захил рейд, сражило, выпрыгивай из луж. Так, бьем пока. Двигайтесь. Сторожило в луже где-то стоит, блядь, хильте рейд, хильте первую пати, блядь. Сука. 5 хилов, зачем спекал? Стоп по боссу, никто не бьет босса. Стопай. Милики ушли в звезду. Милики ушли. Кайтим огонь. Блять, в огне не стоит. Видите, дамага сколько проходит. РДД подбивайте пока до 10%. Все, стопайте. Ну подбивай еще. ШП подбивай, остальные не бьем. Беги, так, Макгрегор, хильте Макгрегора сейчас. Стоим в метку. Отведи обратно босса. Вот тушит огонь, фулл ДД босс. А уже два тела, как вы дохкаете, они не могут напалм прохилить, нахуй вообще такие хилы. Надо падать. Ладно, давай. Шаман, что ты делаешь? Они напалм не прохиливают. Давай сейчас посмотрим. Значит, Питал и Сашка упали. Хуёво. Смотрим, Питал, напалм. Смотрим, Сашка, напалм, не хилится нихуя. Смотрим, за хил. Трисия, 8к. Дутипка 3к, Сашка 4к. Наверное, надо по 10к хпс, а тут все. Дипка 8к с абсорбом. Так, что будем делать? Могу зайти, короче, на эрдру. И что, твой эрдру лучше захилит, чем ДЦ? Да. Вместо холика лучше взять эрдру здесь. Вместо холика? Напалм не могут захилить, это что за хуйня вообще? Так, а чё, блять, он разбагался, нет? Вроде да. Да, вот да, спортуч. Так, ну давайте, чё думаем с хилами? Ёбаный стыд. Седдер,
У тебя Эршам. Можешь Эршама зайти? Сашка, у тебя перс посильнее есть, чем вот этот 5,7? Да, там примерно такой ХПС будет. Цедр ВРК. Маг. Фуловый маг у тебя. Давай, короче, попробуем разбежаться, типа, ну... Типа, повыскакиваем все из огня, чтобы напалм не прохиливать, а совсем все по комнате. Он все равно потушит ее первую фазу. Блять, потушит, а потом что ты будешь делать? Ну, потом не будет напалма же. А как проблема в том, хилить? Если вы разбежитесь по всей комнате, вас не захилят. Да. Ну, как-нибудь, чтобы напалм, типа, там сколько там дистанция, 5 метров? Ну, вы и так как бы в одной точке не стоите. Вы стоите, типа, метрах 5-8, чтобы, блять, выпрыгнуть. Чтобы не всех 10 человек сразу задевать. Да не, напалм, типа, ебашу по всем, поэтому, ну, не могу захилить. Ну, чё, блять, 3 ярдру взять, что ли? Так. Седдер, ты в РК? Да-да. Можешь Эршамой похилить? Нет, я не смогу, блядь. Я и так, ну, как бы особо не шарю. Сейчас с Эршамой, ну, не захилит, блядь. Ты ж ХП остаешь нормально. Блядь. Давай еще попробуем. Ну я вот хуй его знает. Ты в Эрдру точно полезнее будешь, чем ДЦ? Или смотри. Или смотри, Сашка зайдет на мага. Мага у тебя фуловый, да? ШП того спекнем в ДЦ, ты на Эрдру. Будет два мага, ДЦ, сова. Нормально, наверное, да? И ты Эрдру. ДЦ, Эрдру. Нормально, как думаешь? Хуй знает. Я еще не знаю, у нас никогда не было тут проблем. Мы тут в два хила убивали без смертей пожарного. На пол прохилить не могут. А на шоковом, если я прожму незыблемость и не буду бегать, он меня хуйнет? Ну, вообще нет. Без незыблемости хуйнет. С зубами там, с кровью вроде не хуйнет. Так, ну чё, Сашка, сколько у тебя ГС маг? Давай еще попробуем, последний раз. Думаешь? Ну похуй, ну давайте пробуем. Но это смерти на первой фазе, это залупа полная, блядь. Давай лапу. Инту. Короче, хуй знает, как вам помочь. Но вот это вот напал, вот давай, знаешь как? ШП, Алпич, ты в РК, слышишь меня? Да, да. Давай, знаешь, как ты будешь делать? У тебя маны дохуя. Ты будешь нажимать такой скилл, называется обновление. У тебя фреймы есть, можешь по рейду покидать обновление. Сейчас, подожди, настроим. Вот, ты так будешь делать. Сова, ты будешь знаешь, как делать. Ты, у тебя тоже маны дохуя, некуда девать. Омоложение по рейду покидаешь. По всем 10 человек. Давай, не по 10, а хотайте свою группу, вот эту вот первую. Просто в свою группу. Вы в группе из себя хотайте хилов, мага, блять, хотайте. Вот, и тогда заебись будет. Тогда вы не сдохнете, блять. Милики там вроде жирные. Вот, сейчас так попробуем. Если вы будете ассистить, то мы, возможно, убьем. Вот эти смерти, блядь, от недохила, это пиздец. Так. Все, чек на пул. Чек на готовность. Или будем на фуловых персов заходить. Побежали к кнопке. Вокруг босса оббегайте. Не бегите рядом с боссом. Он какую-то хуйню делает. Как будто берет в таргет, но не берет в таргет. Ну просто берет в таргет, смотрит, думает, вот пришли, блядь, вайпаться. Так, собрались. Приготовились. Запускаю этого пидора. Макгрегор танчит лицом в рейд, тут типа хилит. ШП и сова хилят первую группу. Первую группу хотайте, милики бьет. Приготовьтесь, милики, сейчас надо будет бежать. Грегор, приготовься. Беги, малышка, беги! Милики побежали. Отлично. Пока бьем. В лизоне огонь, осторожно. Сука, метка спадает. Зачем? Почему? Не знаю.
Так, все, милики, ушли в звезду, ушли в кружок, ушли в рейд, ушли, не бьем. Макгрегор, стой там. Так, кайте огонь, как обычно. Так, РДД стопните. Стоп по боссу, не бьем босса. Стоп по боссу, ждем. Стопа оставьте. Вот, сейчас он после этого кастанет потушить всю комнату. Вот, отведи. Вот, фулл ДД босс. Сильно в босс. Убивай. Вот, потушено. Теперь идем все в АДК. Идем в АДК, блядь. Метка ебаная спадает. Ушли сюда в звезду. В кружок, в звезду ушли. Вот куда-то сюда, встаньте. И пошли куда-то. Пошли, давайте сюда. Вот тут еще в уголке постоим и потом выпрыгнем. Огонь, типа, идет за вами, надо отходить будет. Вот звезду встали. И сейчас выпрыгнем туда. Сейчас кинется огонь. Сейчас кинется огонь. Звезде, звезде. Кинется огонь и отпрыгнем сразу. Прыжок готовьте. Вот он идет за нами. Вот сейчас он кинется. Кинет этот пидор. Выпрыгнули, все. Пошли к центру, пошли к центру. РДД стоите вот здесь на малом круге. Милики в милизоне. Этого пидора надо зергать будет просто. Тут таунтить ничего не надо. Макгрегор, бей. Хуярим сильно. Густы отдаем. Так, ледяная бомба. Синий шар, ищи тут. Не вижу, где он. Уйдите сюда, в звезду ушли. Ушли в звезду на эту сторону. Блять, хил. Сука, панику называть. Саша, беги оттуда. 30 тысяч дамага. Фух. Приготовьте. Через 10 секунд вроде обстрел. Через сколько? Приготовьтесь, ближе к боссу. Дутипка ближе к боссу. Как на гниломорде, надо будет за спину встать. Приготовились, бьем. За спину встали, за спину. Быстрее, 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 сука. Вот, стоим за спиной. Стоим за спиной, как на гниломорде. Хилим. Поху хилим. Выпрыгнули, выпрыгнули. Так, Седдер, красава. Этот. Блять, как тебя зовут-то? Друид, поднимай. Стоим в звезде, в кругляшке, кайтим огонь. Поднимай Седдера, друид. Захил его. Все, захил, фулбав даю. Даю горн, каски, кресты, кулаки, блять. Все, заебись. Как катить огонь будем? Дудутипка показывает. Куда будем? Давай сюда пока. Потом на ту сторону там огня нет. Так, РДД стильно голову ебучую. Убьем милики. Один танк Макгрегор, большой моб в приоритете танчить. Когда убьем большого моба, вот этих пидоров убиваете тоже. Так, сигнально. Который рядом с нами сигнально убивает. Иди. Так, большой моб, милики. Макгрегор, убиваем с него ядро лута. Не бегите пока туда. Сюда вот в печеньку встаньте. Все, пошли на ту сторону. Полутаем. Стоим в середине. Не бегите дальше, не бегите вперед. Нам негде будет бить его. Полутал, сейчас полутаю. Могу полутать, сука. Ладно, похуй. Я полутаю. Убиваем этих пидоров. Я взял ядро, а что не делался? Под голову зайди и нажми. Сумку открывай быстрее. Под голову заходи ровно. Под голову. Вот она эта голова ебучая над нами. Ёбаный стыд, куда ты побежал, блядь? Захиливайте. Захил, захил. Убейте мобов. Давай, бей другого моба уже, похуй на эту голову. Диспел Макгрег. Пиздец, Макгрегор. Все, забей, забей. Убейте мобов, которые рядом с нами. Они нас откидывать будут, сало давать. Убивайте этих пидоров быстро. Вот еще большой моб. Таунти вышли с огня. Хилим, бейте си. Так, голова упала. Убили моба быстро. Теперь, Макгрегор, смотри. Подходишь к центру, держишь босса в центре. Сначала будет обстрел, потом шоковый. И мы его должны уже зергануть. Встаньте пока сюда, вот печеньку. Милики подошли к боссу, Макгрегор к боссу. Печенька в печеньке. Хилим фулл ход и на всю пати раскидывайте, пока, блядь, есть возможность. Сигнального робота убейте. Квадрат поставил, убейте этого пидора. Все, фулл ДД. Даем рост. Синяя метка, слышишь, ищи, не вижу, где она лежит, блядь. Она вон там, она, где вы? Бегите, бегите, бегите. Кружок, бегите. Нормально все. Все. Давайте, рост, бьем. Сильно, сильно бьем. Убегаем, 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 печеньку. Приготовьтесь, выводи босса к звезде, подходите к боссу ближе, сейчас будет обстрел. Выводи босса оттуда, ебаный свет.
Выводи к печеньку, веди. Блять, ты можешь... Беги, малышка, сука, обстрел. Беги. За спину. Пизда руля. Ёбаный рот, блять! Это что? Ты что, не мог привести босса к нам? Блять, это что, мы там стояли, Макгрегор, ты туда повел? Ебать тот свет. Ты ушел от хилов, ушел от рейда, блять. Обстрел, это, блять, средняя вот эта часть, это туловище, начинает обстрел ебучий. Он повернулся на нас, он ваншотает. Он, блять, за одну секунду наносит 100 тысяч урона, блять. Там никак не спастись. Побежали, блять, быстрее, сейчас бафаемся резко. Ты должен уводить там, где нет огня, то есть с нами. От Шокова мы должны сами, типа, отбежать, и все заебись будет. Блять, там столько мало осталось, у них хп, пиздец. Сейчас убьем. Там по 100 к у каждой части осталось. Все хорошо, сейчас убьем, не гоните. Все, значит, смотрите, вы поняли, что ШП, сова могут помочь хилам. Это все отлично. Значит, так, еще и гимны на ХП не отдавали, нет? Не, там нормально все с хилом было сейчас. Вот, все, ну потому что ШП совой попросил помочь, надеюсь, они помогают. Сейчас даже посмотрим под хилом. Ну, сова хватало, я видел. Вот, обновление, краса. Вот это вообще другое дело. 50 тысяч, это вообще помогло. Сова. Омоложение. 135 тысяч, это вообще охуенно. Вот, красавчики. Портуемся, искра воображения, бежим быстрее. Сейчас смотрите. Все делаем так же. Макгрегор, значит, смотри. Сейчас ты узнал все про этого босса. Ты все знаешь, ты охуенный красавчик. Значит, на третьей фазе, когда голова, твой приоритет — это большие мобы. Милики, стан давать, не стесняйтесь штурмовым ботом большим самым. Остальных сливайте просто в пух и прах. Значит, Макгрегор, из большого моба ставится лут свободный, падает магнитное ядро. Голова, которая летит в воздухе, она не всегда в центре там стоит, она иногда двигается. Жрем рыбу быстрее, 10 секунд. Чтобы притянуть ее на землю, и милики ее быстро зерганули, нужно забежать точно под нее и нажать магнитное ядро, вот это в сумке. Вот, там можешь вытянуть его на панель, там, если здесь свободные слоты. Так, через 10 минут сторожилы уходят. Ну, наверное, трай ты дашь, с нами убьешь, потом мы кого-то доберем. Так. Даем фулл баф. Лапку дайте. Сейчас убьем охуенно. Сова, звездопад на последнюю фазу, береги. На этом дашь на туловище и дашь, на первой фазе можешь не давать, на туловище дашь, чтобы залить быстрее без обстрела, и на чем, блядь, и на третьей фазе. Все, побежали к кнопке, чек на присутствие. Побежали к кнопке. Трис, я тут. Так, побежали. Становимся к кнопке. Что это за хуйня? Давайте падаем нахуй. Обычно, блядь. В бомбы зашли все, блядь. Беги, малышка, беги! Боссу подходите, умирайте. Полетели. Ну все, не багается, короче, точно. Доебись. Да бой скинули просто. Бой даже не повесился. Да, если без боя типа пугать его, то не багается, пожарник. Можно делать 25-ки смело. ХМ запускается нажатием кнопки. Легкий режим. Не нажимая кнопку, таунтится босс. Не тыкайте в босса никто сейчас. Портуемся, искра воображения, быстрее спускаемся. Короче, беседовал с Бибопом ВКонтакте. Говорю, блять, мало ЕП, говорю. Он говорит, зерговый инт. Я смотрю, какой зерговый, блять, падаем 10-й раз уже. На косарь ЕП, короче, договорился. Ну, еще рыбка стала стоять. Потому что тут реально, вот мы сейчас уже 1:40 тут сидим. Сейчас сторожил уйдет. А, рыбу ставьте. Есть рыбу, 10 секунд фулбак. Сторожила, портуйся к нам или что ты там?
ушел уже, что ли? Давай, трай дадим. Трай дашь, убьем. Только смотри, не умирай, смотри, живи. ШП, сова, не забывайте ход эти также. Было все хорошо. Так, фулба. Так, ВР, 2 минуты. Никто не падает. Так, фулбаф есть, чек на пул. Чек на пул, бежим на ту сторону. Сука, почему тут метки спадают, вообще хуею? Потому что здесь нету неактивной метки на минироне, здесь все ставятся. Все на что-то ставятся? Да, все на что-то ставятся, либо отключив, добавим мигалочку, чтобы метки ставились, все. И ассиста убери. Вообще лучше убери ассист, они меньше будут компрессом на себя ставят. Ладно, похуй. Похуй на метки, так выживите. Трисе тут? Трисе. Кто у тебя в ПК? Еще раз, на пул. Принимаем. Так, я нажимаю. Приготовились. ДДД будут типки, милики будут везде. Так. Ну вы поняли, почему мы стопаем, да? Бьем. Приготовились отбегать, милики. Приготовились. Так, сейчас шоковый удар. Приготовились. Беги, побежали. Малышка, беги. Вот. И дальше бьем. Поставь обратно. И также лицом крейду. Милики в лицо бьет. Бурсты тут не отдавайте, не надо. Так, милики ушли в РДД. РДД пока бейте, милики ушли, уже не надо бить. Ждем шокового. Скажу, когда стопнуть РДД, вышли с огня. Это фейк. Так, РДД. Все, стопайте РДД, стопайте. Вышли с огня. Беги, малышка, так, шоковый, беги. Приготовьтесь, сейчас будем добивать. Макгрегор захил. Так, приготовьтесь, сейчас он потушит. Подотайте пока что. Фулл ДД в босса. Так, теперь собрались к ворот. Собрались. Первый раз кинет, и второй раз кинет, и уже бежим. Вот, кинуло первый раз, отошли сюда. Кайтим огонь. За угол там зайдем. Второй раз кинет, и сразу к центру бежим, там босс уже начнет. Фаза через 20 секунд. Хотаем. Не очкуем, сейчас как раз нужны хоты ваши. Первую группу ход эти. Милики, они жирные, они не должны сдохнуть, как пидоры. Мага ход эти, хорошо. Восстановление, омоложение, ну и так далее. Так, сейчас кинет, кинуло. Пошли к центру. Пошли побежать. РДД вот тут вот, недалеко от босса стойте, чтобы успели за спину зайти. Милики в центр. Всекаем этого пидора, бурсты отдаем, горгулью и так далее. Звездопад. Так, синяя бомба, где, смотри глазами, не вижу, где она, сука, вон она. Под кнопкой. На другую сторону от нее отходь. Вот так. Сейчас она взорвет. Отопи. Хилим, хилим себя, первая пати, хилим, сука, фул хп. Кто-то, не стойте, красная метка, сова, осторожно. К боссу подбежаем близко, сейчас надо будет за спину забежать, как на гниломорде. Потушил центр. Потушил центр. За спину, перешли за спину. Быстрее, быстрее, тут на геломор. Так, выпрыгнули. Выпрыгнули. Теперь кружок водит. Кружок водит. Куда-то кайтинг как-то что-то делает. Так, смотри, там, где больше места, туда потом пойдем. Вот туда не зайти, не запереться. Вот. Значит, Макгрегор, лутаешь. Или я, или ты лутанек, короче. И туда давай пойдем, там больше места вроде. Да, я сейчас кружок сделаем. Думаешь, выйдем? Да. Бегайте четко в метки. Бьем сильно голову. Сейчас обратно пойдем. Да пошли обратно. Пошли обратно, пошли в кружок. Пошли обратно, там больше места. Ушли быстрее, прыгай через лужу. Кайте. Так, бьем этих пит.
штурмовой. Убили этого пида. Вышли, 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 милики, сука, не сдохните. Ретрики, блядь, в огне не стойте. Фух. Блядь, не делайте так. Так, вот оно. Все, ищи голову. Если она не над огнем, тогда не надо, ничего не делай. Убей она, голову. По-моему, притянется просто так. Бейте голову себе. Так, мобов сейчас, мобы идут какие-то. Этот идет большой пидор. Отходим. Бьем большого милики. Сигнальные роботы, если близко к нам подходят, они дадут сало. Вот квадрат поставил. Их надо убивать. Вот, видите, вот, вот этот месяц, блять, убейте его. Убейте месяц, он там сало. А, мы все сдохли, нахуй. Бомба, нахуй, ебала нас всех. Какая бомба? Ну, бомбот этот, ебаный. Бомбот, а, бомбот. Заебись, зашли в огонь. Сторожило, уходишь? Ну, давай. Так, бомбу надо убивать. Я хотя бы 600 лип дам. Мне тоже нужно идти. Я обещала в таком рейде помочь. Ну давай. Уже как бы опаздываю. Спасибо за рейд. Пожалуйста. А ты в другой гильдии состоишь, да? Ну, да, пока да. Так, резаемся, сейчас мы доберем. Может быть, васаба аршама, заебись будет. Да, идите к камню, идите портал и к камню, надо будет сумануть васаба, если он пойдет, конечно. Да, идите покурите там, кто хочет. Можно демона, типа, еще, вместо мага. Ну, отпишите, кто там в идеале, нам может контакт есть, у кого, может, он это пойдет. Тут что-то никого нету. А, кстати, сейчас бой висит или что это такое? Знаю, я вышел с инста. Да не, нету боя. Ну, мне красным показывается. Вроде нету, спадают руны. Легко делать, если все охуенно знают, блять. Также вот эти трэш виш не били, блять, и похуй, и умерли. Ну типа его на буф не райда убить. Они как-то странно работают. Они типа то дамажат эти бомбы. Ну прям ваншот вот как сейчас, то вообще там 1к бьют. Такая вот хуйня. У нас типа ходили, ну типы, которые всегда, ну каждую неделю там была десятка угда. Там посланник, блядь, с розой, плюс ноги, пожарник. Блядь, мы в 2 хила делали. Рандомный шаман. Ну конечно, когда все знают. Что-то васаба нету, только что человека принял в гильдию.
быстро дойду, как печеньку съем. Тебе ЦЛК сводил, сука, люди хуярят ЦЛК, блядь. Сколько же, блядь, у них желания от ЦЛК это ходить. Тебе бычки 25-ки сводил. Блядь, и время уже 3 часа, блядь, у нас сейчас остался, считай. Блядь, позовите кто-то, может, в ВК. Там группа дохля от обстрела, типа, вообще могли добить изи. Там осталось, блядь, по 100-ка. Да вообще пиздец. Ну ты, Макгрегор, понял, да, на последней фазе, куда надо вести босса, чтобы ближе к рейду. Почему? Потому что рейд стоит не в огне, как правило, и чтобы рейд смог за спину боссу зайти, понял, да? Да. А так он повернулся на нас, и как мы забежим за спину? Никак, нихуя, даже я не отбежал. Там огонь, там никак уже, он еще далеко был. Ну, вообще охуенно. Четко за нас убил. Просто убил пацанов, блядь. Чукчая, потому что ёбаный. Теперь зато ты не знаешь, как что делается. Блять, ну ёбаный стыд. Сука, ну и чё, всё, блять, волчат давай. Там ботан за волчат писать. Я написал, типа, в этой ВКонтакте вымощный, там, что все гасится. Не гасится всегда, блять. Чёрный лимон куда-то пропало. На альянсе нам надо идти. Пиздец, какой альянс, блядь. Тут пацаны страдают, блядь. Она охуевшая какая-то, если честно. Да. Да она нормальная, ну блин. Да не. Чё вы сразу так критично, ну, блядь? Ну, это, чё вы спроси. А чё ни к чём? Да короче, дикая какая-то, блядь. Ходил у Брейды, короче, что-то целка 10 оп, ну ебать. Ну или 10 гер, выпал этот череп, ну и ни к чем его сролил. И, короче, ну, отдал Пугу, там Пуг ему написал, типа, отдай. А этот, типа, ну какого хуя ты мне не отдаешь? Начала нахуй захуй, гичат писать, типа, да мне вообще похую, блядь, одевайте Пуга. Даже ему не написала, что ей нужен этот череп, блядь. Там, блядь, так накинулось сначала. Да, блядь, ну хули, бывает же такое у девушки. Чукча! Чё, вы не знаете, что ли? Эти дни просто. Просто влюбилась в Шанона. Так, какая-то шаманка сильно сияния.